Сегодняшняя ночь оказалась очень тяжелой для жителей поселка Курганка, как и для всей Горловки. Сейчас мы находимся на месте трагедии. Именно здесь, сегодня, в результате попадания мины, в этом доме погиб человек. Посмотрите, какого рода разрушение может нанести попадание вот такого снаряда. Что это? Что там? Сегодня мы юные археологи. Мы находимся сейчас на поселке Курганка, где сегодня погиб человек в результате обстрела. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, очередная трагедия. Погиб человек, ни в чем не повинный человек. Погиб от собственной беспечности. Да, погиб, грубо говоря, от собственной беспечности. Поэтому просьба ко всем горловчанам. Ну, чувствуете, ощущаете, что начало обстрела, прячьтесь, находите себе убежище, не ходите по улицам, не сидите возле окон, не выглядывайте возле калиток, где это взрывается. Прижмите копчик где-нибудь в подвале и сидите.